Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу поделиться с вами своим фирменным рецептом рулька по-пражски. Для рецепта, для приготовления нам понадобится две рульки, примерно по 1,5 килограмма каждая. Понадобится смесь приправ, соевый соус, горчица, майонез и соль. И самое главное, лавровый лист. Сначала подготовил заранее рульку. Около 5 часов я вымочил ее в холодной воде, периодически меняя воду. И сейчас засыпаю 1,5 столовых ложки соли, ложу 3-4 листика лаврового листа, насыпаю приправ. Приправ можно на свой вкус сыпать, я хочу сделать рульку поострее, поэтому приправы у меня будут острые. Для этого использую смесь 5 перцев, белый, черный, красный, серый, можно посмотреть. Очень ароматный, пряный, приятный запах от этой смеси. Вот я делаю побольше, плюс беру харису. Хариса привезена из Туниса, довольно острая такая приправка. Я ее добавляю. А вы можете обойтись без нее. Теперь заливаю холодной водой и ставлю примерно на час, на час 20. Прокипячу, хорошенько проварю и продолжим готовить дальше. Поставил рульку вариться на плиту. Ждем, когда закипит. Как только вода закипает, ставлю таймер на 1 час и ровно буду ждать час, пока рулька хорошо проварится в кипяченой, в кипящей воде. В тот момент, пока варится наша рулька, делаем специальный соус, которым намажем рульку перед запеканием. Примерно это нам потребуется 200-250 грамм майонеза, пол банки горчицы. Горчицу можно не жалеть. Чем больше, тем вкуснее. Лично для меня. Не знаю, у каждого, конечно, свой вкус. Но вот, как на мой вкус, мне больше нравится, когда побольше горчички. Добавим соус соевый терияки. Немного, где-то 50 миллиграмм. И теперь все это размешаем. И будем ждать, пока наша рулька сварится, чтобы ее намазать. Мазать буду, немножко охлажу, конечно, намажу и где-то полчасика дам промариноваться. Это все увидите в процессе. Вот так вот постепенно, понемножку перемешиваю соус, чтобы он равномерно размешался. Ну вот, друзья, рульки отварились, дал им немножко остыть, и теперь намазываем на них майонезно-горчичный соус. В майонезно-горчичном соусе оставим их примерно хотя бы полчасика
постоять, напитаться. И после этого поставим ролки в духовку. Равномерно размазывайте. Везде соус попал. Прошло 45 минут. Какой ароматный запах стоит на кухне, друзья, просто не передать. Такой запах горчички, мяса жареного. Вот так вот получается. Руки подрумянились. Но, думаю, еще минут 15-20 пусть позапекаются. Понизил температуру до 160 градусов и пусть еще минут 20 рульки запекаются. Ну вот, друзья, прошло еще 20 минут. Такая вот красота получилась. Конечно, немножко остудил, достал. Запах просто супер. Да и на вид получилось довольно аппетитно, оригинально и интересно. Вот такая вот красивая рулька. Сейчас попробуем, оценим и расскажем вам. Так вот хорошо все режется. Рулька полностью готова. Такое вот мяско получилось, горячее. Красота, смотрите, мясо красивое и очень классная рулька по-пражски. Рулька тает во рту, друзья. Отлично. Отлично все приготовлено. Вкус огонь. Реально очень вкусно. Рекомендую, друзья. Приготовьте. Не пожалеете время. И я думаю, вы будете очень довольны. Вам данный рецепт очень понравится. И вы останетесь и сыты, и довольны. Можно и гостей угостить. Короче, блюдо вообще супер. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч!